Вот тебе нравится Союз России и Беларуси? Да. А почему? Ну, не знаю, потому что, ну, культурное, скажем так, развитие или люди такие похожи. Вопрос хороший, нет. Раз. Не очень, а почему? Ну, я думаю, ты сам прекрасно понимаешь. Тут без утайки можно и так все понять. Ни для кого не секрет, что это, знаешь, такая политика, что они, ну и как бы из-за них начинается война. То, что Россия сейчас отправляет свои войска к нам на нашу страну, на территорию нашей страны, и с нашей стороны будут отправлять потом на границу Украины. Нравится. Почему? А потому что, да не пропадем мы без России, что там думать. То есть думаете, Беларусь не сможет без России развиваться? Чего-то она вдруг сможет. От того, что мы вон трактор подарил президент Зимбабве, что ли. Ай, бросьте вы. Вам нравится союз Беларуси и России? В каком плане нравится? Ну, в целом, вот если брать все сферы. Ну, а что вы понимаете под союзом? Давайте. Ну, тесное партнерство, экономически, там, зона свободной торговли, вот, политическом плане. Если бы, допустим, я что-то в этом понимала или знала, я бы вам ответила. А так... Ну, я как бы абсолютно нейтрально к этому отношусь. Ну, такое, не нравится, что происходит. Почему? Не нравится. Ну, вроде же сильная страна Россия, много ресурсов. Да, раз... это фонд, да. Не нравится. Угу. Не, ну, правда, это... Ну, вот... Я не считаю, что это... Что они делают что-то здравое. Как это фиолетово вообще? Ну, почему? То есть... Блин, даже не знаю. Ну, это более личный вопрос, и сколько людей, столько и мнений на самом деле. Вот, поэтому я бы не разглагольствовал на большие массы о собственном мнении, дабы, так скажем, не популяризировать, я бы сказал бы, больше... свое личное сугубое мнение на большие массы аудиторию, так как мы живем сейчас в очень интересном времени и не знаю, что будет завтра. А вам нравится союз России и Беларуси? В принципе, если смотреть, то более нравится, чем нет. Почему? Ну, потому что все-таки Беларуси нужны энергетические ресурсы, топливно-энергетические ресурсы. Ну и рынок сбыта белорусской продукции, это тоже очень важно. А он есть? Ну, есть мнение, что да, у нас союзное государство. Ну хорошо, когда люди объединяются, в любом случае. А вы на кого работаете? У нас YouTube-канал свой. Свой-то какой? Независимый. Откуда я знаю, независимый ли вы? На кого-то работаете? Уличные опросы делаем просто. Я вижу, потом куда данные пойдут? На YouTube. На YouTube? Ну вот вам нравится? И по телевизору покажут? Не, по телевизору не покажут. По телевизору потом выцепят и на шишку. Почему? Понял. Почему? Зачем? За правду. Ну так просто вам в целом нравится или нет? Еще вопрос. В целом нравится или нет? Да. Союз. Союз? Россия и Беларусь, да. Не то, не сё. В целом, да. А почему? Ну, потому что мы ментально близкие люди. Давайте не будем углубляться в политику. Ну, я против войны. А вам нравится союз России и Беларуси? Затрудняюсь ответить. Почему? Я не очень шарю в этой теме. Ну, но, вот... если честно, не очень. Не очень? А почему? Хочется двигаться куда-то вперед. Вперед страна двигалась. Идти. Нравится. Почему? Нравится. Ну, просто нравится. Я считаю, что он имеет место быть, он мне нравится. Нет. Почему? Можно не отвечать. Просто согласись. Ну, вполне кажется, что Россия тянет Беларусь в пропасть никуда из-за войны. Вам нравится союз России и Беларуси? Очень. Почему? Очень. Почему? Потому что один союз. Хороший вопрос. А вы властям это не покажете? Не покажем. Нет. Почему? Ну не очень.
Ну, потому что из-за ситуации всей. Это все нечестно. Не знаю, честно говоря. Я на пенсии, мне далеко до этого. Главное, чтобы пенсию платили, вот и все. Ну, вот сам считаете, это вот выгодно для Беларуси, может, Союз вот, в целом? Ну, наверное, я думаю, что выгодно. По крайней мере, для белорусов. А вам нравится Союз России и Беларуси? Почему бы нет? А почему? Мне нравится, конечно, почему бы. Ну, а чем именно нравится? Какие аспекты? Это наши друзья, наши братья, наши близкие. Сюда были вместе, поэтому... Смотри, есть мнение, что когда на Россию накладывают санкции, Беларусь тоже от них страдает, потому что считается вот партнером близким в России. Вот как к этому относишься? Стабильно. И так, скажем так, сильно отличается. На Белоруссию свои санкции накладываются, независимо от России. Что там относиться? Но если бы не было союзничества с Россией, думаете, накладывались бы такие санкции? Санкции начали накладываться на Беларусь еще раньше, чем на Россию. Забыли, что ли? Ой, смех один. Из-за санкций, которые накладываются на Россию, Беларусь тоже страдает. Ну, на нее как бы на ближайшего партнера тоже накладываются санкции. Вот вы как к этому относитесь? Ну, допустим, то, что у нас продукции из Европы стало меньше, это однозначно да. И то, что, допустим, цены на какие-то товары повысились, это тоже не очень приятно. Вот. А так, опять же, я не в теме, допустим, параллельного импорта. То есть говорят, что он как бы есть и что это должно помочь, но что-то я как-то не очень замечаю, что это все работает. Мне кажется, Союз все-таки перекрывает эти санкции, понимаете? То есть нивелирует, да? Даже перекрывает, не нивелирует, а перекрывает больше. Так скажем... Все вот вещи, там, условно, которые ушли, там, брендовые и так далее, я не являюсь каким-то там, условно, чуваком, который гонится за бумажками, техникой, либо же, возможно, за атрибутикой современного мира. Я больше, так скажем, люблю простоту и душевность. Вот. Меня больше это интересует, нежели вещи, которые там, условно, ограничили нас. Там другие страны. А вот если бы был выбор партнерство условно с Евросоюзом и США или с Россией, вы бы что выбрали? А с кем там связываться? С США, с Евросоюзом? С кем там связываться? Нехай они сами хоть не пропадут. Знаешь, такой как бы, ну, ответ очевиден. Естественно, Союз с Америкой и с Европой. Ну, я считаю, что неправильная постановка вопроса. Нужно развивать связи со всеми. И с Россией, и с европейскими странами. Мы в центре, мы должны использовать наше положение. Не знаю, надо сравнивать. То есть надо как бы побыть в партнерстве и там, чтобы посмотреть, где лучше. То есть если бы была возможность войти в Евросоюз, в Беларуси, вы бы скорее были за, чтобы попробовать? Не уверена. Мне кажется, что у нас экономика немножко для Евросоюза не подходит. А вот если был бы выбор, условно, у Беларуси, вот партнерство с Евросоюзом и США или вот с Россией? С Россией. Только с Россией, да, все-таки? США – это жулики мировые, понимаете? Не, ну, конечно, если Евросоюз и США, это было бы лучше. То есть лучше, да? Да, перспективнее, мне кажется. А в чем перспектива? Развитие, может, больше путей торговли, там. Экономика, может быть, поднимется. Фиг его знает. Не знаю. Поскольку я вывез в Узбекистане, мне лучше, чем Россия, чем СС, американцы. Угу. Партнер с Россией. Почему? Потому что разные люди. Мы как бы одни люди, а те разные люди. То есть в культурном плане? Вообще, как бы, вообще и в культурном, и во всем. То есть если мы разъединимся, тогда это будет... Ну, это неправильно. Вот это точно неправильно. Нет, с Россией. С Россией все. Да. А почему? Ну, опять же, близость менталитета. Только Россия. То есть думаете, что Европа не нужна Беларуси? Ну, было бы хорошо, если бы все было мирно и все дружили, как раньше, и работали, и взаимодействовали. Но если выбирать между Европой и Россией, то Россия, конечно. С Евросоюзом США. Почему?
по мне там лучше. А что вот лучше в там, чем вот в России? Как сказать, экономика лучше развита, более толерантное общество. Ты можешь выражать свои точки зрения. То есть у нас, если ты начнешь выражать свою точку зрения, посадят в тюрьму. А там это можно свободно выражать в любом месте, в любое время и не бояться свою жизнь. Ничего из этого. Ничего, да. Почему? Мне не нравится ни здесь, ни там. Я, например, в Евросоюзе совсем другой менталитет, не подходящий русским, белорусам. Не пропадем? Нет. Особенно я. Чего там уже? Сколько мне еще осталось? Пенсия, чего там? Платят пенсию, ладно себе. Что нам эти санкции? Это вы думаете, молодые, что делать вам? А мы как-нибудь доживем. Всего. Спасибо.